20 декабря в Твери откроют елочные базары, поэтому многих уже сейчас волнует вопрос, как выбрать качественное новогоднее дерево. На что надо обращать внимание при покупке ели? Советы специалистов в нашем сюжете. От того, где вы купите елку, зависит ее качество. Специалисты советуют отдать предпочтение специализированным елочным базарам. К слову, у каждого продавца при себе должны быть официальные документы. У продавца должны быть, если из карантинной зоны, карантинный сертификат, разрешение, естественно, чтобы елка была с разрешения срублена. Вот, и накладная о том, что они имеют право торговать. При выборе елки на елочном базаре ее следует особенно внимательно осмотреть. Хорошее деревце прежде всего здоровое, свежесрубленное, без каких-либо признаков обморожения. Срез ствола должен быть светлый, ни в коем случае не черного цвета. Если черного цвета, то елка срублена уже давно, и, естественно, она недолго простоит. Может быть, день простоит, иголочки все осыпятся. Если дерево пахнет, маслянистая на нем такой вот, как бы на иголочках, маслянистая такая вот жидкость. Оба этих варианта неприемлемы, потому что елка может в этом случае быстро погибнуть. Соответственно, и покупать ее нет никакого смысла. Если же на стволе вы не нашли никаких признаков болезни, тогда следует взять дерево посередине ствола и слегка его стукнуть о землю. Это делается для проверки хвои, чтобы не осыпалось. И еще один совет. После того, как вы привезли елку, не стоит спешить отправлять ее в теплое помещение. Дайте ей немного адаптироваться. Подержите деревце на свежем воздухе, например, на балконе или в подъезде в течение нескольких часов, и только потом заносите домой и начинайте украшать.